Guys, welcome to the stream. Today we are starting and we are back in Grounded. Let's continue the game and see how it is. Привет, Коп, как дела? Мы начинаем, кстати, только что включились. Добро всем пожаловать. Мы снова в Grounded. Надо продолжить строительство базы, а то у меня эти муравьи все тырит из моих сундуков. Нормально? Да как еще может быть, да? Сегодня же пятница, наконец-то. Выходные. Как вам мой новый прикид? Я вон подстригся сегодня. Сделал такой тактический обрез волос. Так, вот наша база. Себе нашел лучшие музыкальные сервис. Что нашел? Делись. Сервис. Что за сервис? Что они делают, в смысле? Чисто музыка? Ёшкин ты кот! Блин! Йо! Вы это видели, как я мотал от пауков? Только что. Норм прическа, меня друг за бесплатно постригает. Хорошо иметь друга, который стричь умеет. Хорошо. Я б тоже. Я тоже без проблем сам постригался. Че мне это самое? Но тут как бы лучше уж туда нормально постричься. Давно не стригся, не знаю, ты помнишь мои волосы? Это же было что-то. Меня уже давно не стригся, надо было вот пойти сделать хороший, так сказать, обрез. Обрезать по-нормальному, все красиво. Ну, так сказать,
очень хорошо сделали, по-моему, почистили все чистенько сейчас. А он паучок сидит. Окей, он там сидит. Мне, значит, на него пофиг. Надо вот это место очистить. Там все еще муравьи. Песни не то, что Яндекс.Музыка. Spotify, да, Spotify вообще отличная вещь. Я всегда им пользуюсь. Когда это... хочу что-нибудь послушать. У меня там главное, ставишь себе, настраиваешь все эти favorites, да, добавляешь, и он потом тебе абсолютно круто выбирает рекомендации, да? Что очень круто. Мне нравится, как Spotify дает рекомендации тоже, да. Топ. Топ, я бы сказал. Ей, забежал. Так, где тут еще надо было базу строить? Так, внешне это понятно. А, вон. Здесь нужны были два дуванчика. Так, одуванчик раз, вижу. А там паук ходит. Воу, это что такое? Муравей? Что-то он берет. Они его съели, что ли? Ничего себе. Странные муравьи. Почему у меня до сих пор показывает, что у меня две кирки, когда у меня одна? А-а-а, и ремонтировать можно. Вместо того, чтобы создавать новую, их можно ремонтировать. Ну ладно. Ой, потом в следующий раз. Надо будет сделать себе еще ремонт. НЕ приспособление. Чтобы можно было ремонтировать что-то. Пока у меня ничего нет для ремонта. У меня этих уже вон две тоже есть. Как тебе Spotify? Пока отлично. Конечно, блин, я не знаю. Правильно я сделал, что я здесь построить базу решил. Ты что, блин, пауки, ты просто пипец. Ауч. Кажется, нравится, да? Нет, Spotify реально классный сервис. Блин, паук это пипец. Просто ходит туда-сюда по одному и тому же месту. Что случилось? Там все еще паук. Ничего себе, он меня ударил, блин. Солдат. Что я с ним делать буду? Паук, конечно, блин. Не к месту. Так, ну ладно, что, уже вечер, надо поспать, наверное. Может, как раз мне здоровье восстановиться. Конечно,
же, когда я выбрал любимого исполнителя, мне на Силуса предложили. Визит сразу, да. Нет, там, по-моему, алгоритм, который предлагает новые песни, очень хороший. И, по-моему, отлично сделали эту вещь. Блин, слипинг только через это самое. А сейчас что делать? Чем-то заниматься, пока ждем вечера. Там три этих, которые подбирают треки. Да, прикольная вещь, которая тебе дает три дневных, главное. Не, подожди. Там же три недельные дают, да, и... Потом дают дневные еще. Не, вообще, конечно, крутая вещь. Шкин Кукс тут нападало, ни черта себе. Так можно даже, в принципе, на это оставить. Интересно, меня этот самый паук видит. Он такой, что там бегает, блин, маленькая такой ночью. Моя смотровая площадка номер один. Номер два строится. Автосейв. Что, нет, 5 уже, да? Последняя, вон вот эту возьмем. Непонятно лежащую. Ну, прикольно, что можно... Прикольно была база неподалеку от этой штуки. Светильника этого. Обманули дурака на 4 кулака. Все. Всем до свидания. Все свободны. Топ сложить. Кажется, пробную подписку оформил. Да, прикольно. Я еще подписку, кстати, не делал никогда на Spotify. Потому что мне как-то жаба душит. Потому что там реально, ну, в этом случае, в России-то она дешево стоит, да, но здесь, в Европе, они такие хорошие деньги за нее дерут, поэтому я пока еще никогда не решался сделать подписку на нее. Блин, ставься. Вот, стоит. Молодец. Что мне надо? 4 спринга и 2 сапа. 4 спринга и 2 сапа. О, не хватает одного зеленого листа. Где паук? А, паук чёрт знает где.
Хок прямо по курсу стоит такой, смотрит на меня, да? Hey the Rockets. Fuck. Hate them. What we can do? We need materials. Yes. Блин. Мадай. What the hell? Там все еще, блин. Fuck. Запрыгивать вообще неудобно, конечно, сейчас дом стало. Отлично. Давайте можно сложить теперь. Кажется, надо построить еще одно удлинение. По-моему, они лежат наружу. Во, так нормально. Пошел? Давай, давай, спасибо, что зашел. Удачи тоже тебе. Что, постоянно надо respawn points сделать, Сет? Ну ладно, черт бы с ним. Вот, и сразу и еда ушла в ноль. Brussels sprouts. Паучок? Где паучок? Паучка не видно. Это хорошо. Листвы, конечно, дофига. Все срезал. Это навсегда, чтобы у тебя была полная стамина, чтобы сбежать отсюда вон нафиг. Потому что никогда не знаешь. Нормально. Так, нас надо это самое. Хидрейт, блин. Блин, тут еще одна лежит. А-а-а! Что теперь делать? Одна лишняя лежит. Сложил, блин. Так, ну что, пойдем за одуванчиком? Вон одуванчик. Надо расчистить проход здесь. Неудобно ходить, блин, с ними.
Так, надо воду. Вода обычно вон там сверху. Бульбульк. Вот так. Так, и что там с одуванчиками было? Одного я поймал, а второй где? Гадина. Он или не умер, или куда-то в другое место упал. Так, явно вот здесь можно выйти, да? Привет, муравьи. Что, один остался? Yes. Получили 60. Можно эти миссии сдавать. Там я дуванчик видел. Боже, кровка спит. Что, так долго его сбить? Чё? Куда он упал? Что-то я не понял. Чего? И где он? Давай, дуванчик. Что, издеваетесь? Ну, что, он сверху весь? А? Да-ха-хай. Смотри, как
пришлось раздолбить сколько всего. Вот эти два дуванчика. И побежали обратно. Let's go back. Are we okay? Yeah, we are okay. Okay. Anchored max health. Was the ant one? Max stamina. Yeah, I suppose it depends on what you're doing. Сколько у меня Unback Unfarms еще? 5. Метафаза. Что такое метафаза? Это красная штука? Ачит гланд. Воу, а что такое? Такой ачит гланд. Как ее достать? Такой есть у меня в инвентаре. Понятно, я даже ни разу еще не находил ее. Ачит гланд. Такое чувство, что это что-то будет от... как его? От пауков. Something related to actually... not ants. Spiders. Ачит гланд. Flower hood. That's the one I have now. A patch. Ачит гланд. Ну ладно, можно создать пока шлем эти. И как раз можно будет увеличить на 2 фактически перенос всякой ерунды. Прикольно. Такой микс получается сейчас.
Так, тут еще можно положить по одному. Остальное, в принципе, можно выкинуть даже. Слишком много его. А, вот, можно посадить мясо по это самое. Гнат. Скукинг! Spring. Поставить свет входа. Блин, там мошка какая-то. Зачем надо? Сухая трава нужна. Блин, мошка, иди в баню. Куда она взялась вообще? Давайте здесь поставим. Может лучше вот этот? А, он не то самое. Здесь у нас на этой, что здесь должно быть на этой, то есть, чтобы симметрия абсолютно не была. Во. Шпатская мошка. Так, нужно куча сап и куча спрингов. Это у меня есть.
это как-то в воздухе висит. Тут же нормально, да? Нормально, еще прям не прям не в воздухе, но лучше. Так, сухая трава, что надо дофига ее. Ну, хотя бы до заката ее что ли собрать. Не надо, 21. Надо пойти выпить что-нибудь. Don't even need to boil it. Где еще можно найти воду, я уже не помню. Где-то на всех местах, где есть листья, можно найти воду, в принципе. Все правильно помню. Здесь, да, реально воды уже как-то мало стало. О, вода. Злуп это хорошо. А это, по-моему, какой-то под землей должен быть, потому что он здесь не показывается еще ни разу. Так мы останемся просто с нулем. Let there be light.
Блин, черта же не видно. Водичка. Так, дерево там. Вот как туда надо сейчас. Импорируем пауков. Они выгорают или как? Амина. Вот это у него самая большая. Эти именно. Но именно то, что я не хотел сюда ложить. Именно то, что я не хотел. Эдибл. Safer.
Так. Здесь можно ставить всякие части, вот, например, там, муравьев. Do not consume. Просто камешки. Что там было? Mandibles. Две штуки надо. Арт. У меня кое-что даже есть из этого. Смуси! Здесь поставить один палет, а то получается так все валяется посреди комнаты. И даже пару палетов. Опять она будет кровать переместить, блин. Лично было поставить эти сундуки с той стороны, а не с этой. Так, ставим заново.
Один лиф, один спрунг. Лиф. Yes. Respawn point сделали. Тень такая, блин, от лампы. Fibers on the voice. Опять трава нужна. Опять плант файбер нужна.
trackable visual signal so you can find your way back to location. Trail maker. Уже 6, можно сказать, вставать надо, да? Доброе всем утро. Короче, пойти, а собирать. Собирать надо опять. Мясо сделаем наше. Отлично. Опять спойлер, блин, я опять сесть не успел. Что делать-то, а? Так, надо, чтобы свет сам выключался. Постоянно ходить, выключать неудобно. О, полный круг заглядел. Ага, круто. Все, пойдем за миссией сходить. Они тут заново вырастают или чё? Сами мешаются тут на дороге.
не сюда. Это получается смола, что ли, да? То есть они там пучки смелые, блин. То есть пучки эти самые муравьи. Смелейшие муравьи на свете. Где-то здесь. Что, если все убить? Хантер. Москвито гнат лавдмите. Лавдмите это вообще кто такие? Я забыл уже. Интересно, он должен быть где-то здесь рядом. Кстати, пойдем убьем этих пауков, которые там внизу. Смотри, куда там-то дорога идет. Это, конечно, меня... Скорее всего, они меня убьют. Я обычно его убью, но не волю этот точно. Кто там паук? Я ухожу отсюда. Воды ничего нету? А, он знает сколько. И она исчезла. Что-то не понял. Ну ладно, идем в другую сторону. Четыре москита, пять гнат. Описание забыл, кто такие гнат. Гнат это черви, что ли? Давай посмотрим. Лопату надо. Граб.
Это граб, это не гнат. Ну, москиты я знаю где. Москиты обычно вон у той штуки. У света. И гнат. По-моему, это красный, наверное. Такие непонятные красные. Обычно их тут по одной максимум двое бывают. Че ни одного нет? Ну это они, может быть, ночью будут. А Лаун и Майт это кто такие? Лаун и Майт? И такие маленькие, которые... Вот это кто такие? Это Weevil. Ну окей. Давай мы поймали. Что, на травку залез? Окей, это афид. Хм, опять не то. Странно, что когда на них смотришь, он тебе не показывает, кто это такие. Тут, по-моему, должен быть гнат, наверное. А, это и есть Лаунмит. Окей, понятно. Мне их надо кучу, да? Тоже надо страной обходить. Они пока по одному еще такие мирные. Когда ты их встречаешь группой, то может быть просто хана. Так, это я помню, где это мы находимся. А здесь ничего не надо. Что делаете? Где вот у вот той штуки было куча этих? А вон, да, их у меня куча этих красных.
тут живут, что ли? Ну и с малой, он как раз больше было. Я же не мог их всех убить. Я что, паукаля?
Scabby scheme, a new scabby scheme. Dry grass. Ouch. Toxic. О, блин. Ага. Under construction. That's cool. Так, нам куда вообще надо? Нам туда надо обратно. А там чё? Йоу! Fuck! Close encounter with the spider again. Okay, I'm fucked now. Clay. Ooh, I have finally something to dig clay. I'm out. My God, the sounds. I see the science. That's it? No, еще один. Okay. So now we have more clay. So there is water there. Can't jump that high. I wonder if there's anything on top of that boulders. I hear the sound of science wibbling, but I don't know where it is. Don't even need to boil it. Hmm.
So where is my tree? Okay, I see the tree now. I can back on the track. Being eaten by spiders. Клей. Глина, по-русски у нас уже есть глина. We already have clay. Ничего нет. Вода есть. Но я полной воды. Скажешь, если никогда полной воды не бываешь, но чем еще раз, правильно? Пусть ресурсы остаются другим исследователям. Так, мне куда? Мне вон к тому дереву. Черт! Это что было такое? Ауч! Еще больше туда никогда не пойду. Ёшкин кот, это что было? Оу. Я хочу домой, блин. Так, тут одна из херовин. Спайди! Фак! Whatever. Let's run away. I've seen there is science, but there is also Spidey. It's also fucking night. Так, вижу просвет. Все, мы дома. Готовится, да? А один все-таки пропал. А, вот что я не собирал. Это должно было собрать. У меня этих по-моему, череп, перебор уже. Палочку выкинуть. Сейчас собирал Pebbles, собирал, и так нифига не собрал. Привет! Вообще отлично, кстати, сейчас покажу.
Нашел глину, некую базу сделал. С у меня тут уже все как надо. Уже и стены стоят. Скоро будем крышу делать. Свет себе сделал внутри. Склады для всякой ерунды можно будет использовать. Два сундучка стоят вон. Кстати, надо перенести вот это сюда. И части какие-то вон тоже. Кого-то там убил сегодня. Вот это тоже сюда. 10 штук. О, вот это можно, кстати, вытянуть. Сделал одну лишнюю, и она сейчас сломалась. В принципе, ее можно надо это самое. Просто выкинуть. Смотрю, подстригся. Да. Видел? Такой летняя стрижка. Опс, сори, не хотел выкидывать. Как у вас там с ограничениями? Ничего, нормально, все. Ограничений в принципе нет. То есть, как бы, тебе надо, как обычно, ну, как любой здравый смысл, да, то есть не высовываться лишний раз, работать из дома по возможности. И что еще там было? Ну, короче, да и все вроде бы. То есть они так ничего сильно не говорят. То есть надо еще, конечно, понятное дело, как обычно, какого, маски везде одевать. То есть где бы ты ни был, нужна, чтобы у тебя была маска. Без маски тебя или не пустят, или выгонят. А так, по-моему, вообще, то есть спокойно можно ходить уже почти везде. Тоже парашют есть, дуванчик, блин. Что, все уже исследовал? Хотя бы это. А у вас, кстати, как? О, можно армор дамми сделать для арматуры. Прикольно. Как у вас там с ограничениями сейчас? По-моему, тоже уже все сняли, не? Я так издалека слышал что-то. Надо забрать один из парашютов. Это я вот тут кинул. Чтоб не валялся. Этих надо дофигища постоянно. Они хоть везде и растут, блин, но их зато все надо ходить собирать. Их надо дофигища, реально. Меня автосейв пугает, он постоянно фризит игру на полсекунды. Так, ну чё? Сюда можно поставить вот этот парашютик. Еда у меня пока... В принципе, еду нельзя разбивать, так что я даже не знаю, вот так. У нас все просто, уже всем пофиг, типа ничего и не было. Кто хочет придерживаться мер, но люди заболевают по 1500-2000 в Москве только. Ну да. Я видел это самое. Но в принципе, я так смотрю, то есть с чисто статистической точки зрения, нету прибавки, да, к заболевающим. То есть я смотрел, она как бы... ровно идет, да, то есть как бы люди, не люди, а сдерживается, да, эпидемия, что в принципе хорошо, то есть это означает, что нет увеличения. Ну да, смотрите, статистика вроде лучше стала, ну да, я тоже говорю, вот то, что... Самое главное, чтобы у тебя не было пика. То, что если пойдет пик, то это пойдет потом экспоненциал. И там ты уже фиг два остановишь эпидемию. А пока пика нету, то есть делать все как бы стабильно, заболевшие идут. То в принципе... Конечно, люди должны все равно, блин, головой думать, да, а не одним местом. И не ходить без масок. То есть, например, у нас все
В магазинах все в масках ходят. Ну, в любом публичном месте, там, магазины, парикмахеры. То есть я вот сегодня стригся. Мы все время, я все время в маске сидел. Все время стрижки я сидел в маске. И никто не жит, как бы, народ, конечно, жалуется, что неудобно. Но все понимают, что это надо, играть. А что делать? Надо делать, так сказать, и сидим с масками там, и... Сколько там было? Три? Три этого. А что еще надо было? Я уже забыл. О, тут файбер нужен. Сколько его надо? Кстати, по-моему, контейнер могу просто так сделать. Без... О, бомба! Я могу бомбу сделать! Да, я точно считаю, что так правильно. Это самый правильный вариант. А тут что достало нового? О! Ступеньки из глины. Ха-ха-ха, прикольно. Это Smoothie Station сделать. Понять вообще, нафига она нужна. Subcatcher. Water container. Две фибры, то есть у нас 6 и один Cloverfield. Отлично, 6 и один Cloverfield. И чё себе он маленький, блин? Тут называется реально нифига себе. Я вас не ожидал. Так, ладненько, давай сначала эту стенку поставим. Где стенка с окном? Эц. Я ты понял. Я думал, там будет какая-нибудь бодейка, а там такой контейнер, что, блин, в нем купаться можно, наверное. Так, нам нужно два. Сделаем-ка две. О, новый декор. А, точно, декор же новый появился. Armor Dummy. Прикольно надо сделать. У меня пару арматурин лежит уже так, а делать нефига валяется. Надо сделать парочку. Раз, два. Отлично сделали. Бабум. Чё себе чанчик такой? Воды много не бывает, да. Особенно учитывая, что ее постоянно пить надо, блин. Чем-то все дофига надо. Раз, два, три. Построим стенку эту уже сразу. Кстати, сделал эти свет. Вон, можно включать, выключать. Если что, мне не нравится то, что она сама, они сами днем не выключаются. Это надо их вручную выключать. Что не очень удобно. Это мало. Все мало. Надо стенку поставить, наверное. Стенку поставить и повесить еще один. Не в ту сторону стенка, наружу. Один, раз, два, три. Опять материалы закончились. Материалы вообще в раз, два, три заканчиваются. Так, светильник. Светильник вот это вот здесь, да? Сап, сухая трава, 3, этот ящик, так, один сап, 3 сухих травы и 2 стрючка вот эти, непонятно. Порце, your name is back, hello, welcome with your name, OG Порце. Back. It's not actually back, it's 311. What's your mod rank? I don't know. Do you have a mod rank? I haven't seen you in like ages on my channel. Egg. What's up? Where have you been? I had to deal with stuff. No,
Family nerves split up. Ooh, that's bad. Why? What's happened? Due to Corona or something else? Конечно, света мало здесь, да? Все свет отрубается. Arguments. Well, that's bad. I mean, splitting for arguments. По центру? Ну да, в центре у меня огонь стоит. Готовить можно, а как-то так... Смотри, темновато, не? Это, в принципе, нормально. Вот этот выключенный нормально. Так бывает и чересчур много. Еще вот этот один есть. Так уже вообще их много. Там, по идее... В принципе, и так нормально, не? Шикарно, да? Подожди. Mixer has shut down the efforts. You weren't present on the last last stream. We made one last stream on Mixer to commemorate it. It was quite kind of nice. Water container is empty. Fuck. It's hot in UK? Yeah, it's also hot here. Do you mean you go now? Oh, don't worry if you need to go. That's okay. Let me add you mod stuff. User info. Ah, okay, we mean that. Promote to mod, okay. Okay, now you have your mod stuff again back. Because of my family. No, don't worry. It's family comes first, always. А что это он у тебя очень просит модерку? А он до этого модератор у меня был. Это один из моих... один из самых старых моих модераторов. Он уже был давным... Он еще когда... По-моему, один из самых первых, кто меня на миксере нашел. И мы уже с ним, наверное, 2 года знакомы, знаешь, вот, ну как на онлайн-платформах. Да, еще с миксером. Why are you adding so many terms? Так, как заполнить эту байду? What is this game? Ah, by the way, yeah, it's this is called Grounded. It's a survival new game. And yeah, it's still in preview access to be able to test. They released it already, so everybody can test it and see how it's made and made feedback. Basically. Is it showing? Yeah, it's showing. Yeah, I can see it. Yeah, I think all the moderators... I think all the moderators can see it. Nice music, by the way. Today. The mix is, like, really nice. Так, что мне надо было? Что-то, чтобы с собой таскать воду, да? Something to bring water with me. Water. Canteen. Pouch made of grub hide that can be used to carry 2 scoops of liquid to transfer to storage or slurp. Okay, this thing. Grub hide. 3. Do I have 3 grub hide? I have only 2. Надо еще одну взять.
Cross presenter on Xbox Showcase. Yeah, it was presented. When it was presented, actually. I mean, I know it was already. How can I switch to digging something? Ah, whatever. Let's dig it. We need grub, hide. I've been playing the Soviet game. Yeah, I've seen sometimes, I've seen your status like playing Soviet game. You are so much into it, right? I are thirsty. Fuck. Thirsty. Water. Your disk space is full. Fuck, mine is also full. In fact, last day I was like, last week I was like doing my stuff, and then I've seen that the disk is like 5 gigabytes free, and I was like, what? Like, what the hell? No possible. Yeah, there was some stuff like pages and I don't know. Grub. Okay. Managed to kill one. Эти червяка на костре сделать и потом кушать. C is max 58, F is 2 terabytes. Yeah, you need to upgrade your C drive. Like, my C is 250 gigabytes and it's full. You have 50 gigabytes and it's full. I mean, I don't know how I can live with 50 gigabytes on C. Yeah, 2 terabytes is plenty of space. Дофига места 2 гигабайта, не? Так, опять, тут я постоянно забываю, кто такой Гнат? А, вон еще один. Надо запастись немного его. Блин, неудобно, конечно. Че я не могу лопату зафиксировать? Одного хотя бы. Let's do another one at least. A 2 terabyte C and 480 gigabyte DSSD. Wait. Wrong tool. Okay, nice. Let's go back. Ooh, my house from far side. Looking good. Fuck. Но эти остались включенные, блин. Их выключать надо ходить. Я, конечно, в принципе, ничего с ним не будет, они просто погорят, то есть так и будут гореть. Ooh, nice, 3 meats. But are you changing your PC only because your disk is full? How about adding new, more space? I mean. Spoiled. Manage. Trash.
Так, в принципе, поесть-то надо или не надо? Как мясо хранить, чтобы оно не портилось, ёпушкин кот? We see on disk C 256 GB and on disk D 2 TB. I have disk C 256, disk D 500 and disk ABCDE 3 TB. I have plenty of space. But it's all always like ending because I always download too much stuff and then don't delete it. I need to delete some more stuff. Так, что нам надо было, чтобы сделать эту сумку? Сумка. Три кожи и два войвена. Войвен файбер, вот это надо, шесть. Чересчур много. Окей. Yes. И... Раз, два, три хайда. Правильно? Три хайда. Окей, что-то с контейнером делать надо. Speed damage. Идем наполним, попробуем. What's for this fact? What? Let me just scroll through messages. So guys, I think it should be flip it, Indigo, the opposite way. But you don't need a FAT C drive, because on C drive you normally install like operating system. Scoop. Все, что ли? It's much better to have a separated disk drive for like your stuff and leave C alone for like only applications like Windows, Photoshop and I don't know, some basic applications. So everything else I put generally on a different disk, like games are all on a different disk. Canteen is full. It says one. Okay, if you say so. Yeah, the only thing that must like really work fast is CD drive, like your Windows. So you put a SSD on Windows, maybe not one game on Windows, and everything else is must be on D. So even if you format your PC and you like need to format your drive, you still have all your data. Ah, круто. Canteen is empty, окей. Прикольно. Такой этот самый метр. Окей.
Representative of it has to go on sea and there is no way around. We heard of a game called Standard Deep. Standard Deep? Nope. Never heard of it. What is it? The boss in Nobodan this can go reach. Yoshkin Code. Spider! Ooh, меня почти убил. Чтоб тебя. Вот так один раз не посмотрел на то, что там спайдер, блин, да? Stranded? Ага, not stranded. So stranded. No, never played it. I've heard of Death Stranded. Hideo Kojima one. Смотрите, уже не то состояние. Скажи, что у меня просто дисцель для системы, Photoshop использую, игры все переадресовываю на D. Но я ему это уже пытался объяснить, я то же самое делаю. У меня C, там буквально стоит Windows, там стоит Photoshop и... там, не знаю, Visual Studio, например, да, стоит. Что-то у меня еще стоит. Ну, всякие такие именно программы для работы... стоят на C, а все остальное, все игры у меня стоят на D. В том числе и, например, ну вот эти вот игры, да, то есть все они стоят на D, и тем самым у меня как бы, я могу отформатировать C, а игры все останутся. А это уже сказал, он, так сказать, не понимает. Окей, empty. Let's go. Fucking dying. Да, у него своя, наоборот. Stranded Deep is a survival game made by Australian video game company Beam Team Games. Basically, it's cast away the game. Да, в чате зато теперь стало оживили немного. Чахимся. Oh, maybe I've seen it, you know, Forza, because I've seen someone actually playing a survival game. It was this type, like what you said, no? And I was like, interesting. Maybe it was it, yeah. О, кстати, капельку собираем. Капелька одна собрана. Basically, I'm stranded on a tropical island and you have to survive on it. It now has an end. I mean, you can actually survive and escape. Oh, cool. By the way, have you catched ATS release of some expansions? Have you played ETS or ATS? Crab, sharks, and etc. Maybe there is also wolves? Okay, now I know. Because I've seen the game and it was like in the night. If you didn't stay by your shelter, there was actually a chance that you will be like caught by these night creatures. I think to explore. Ah, yeah, boars, maybe that ones. Rattlesnakes, ooh. Snake also really dangerous. Fuel, yay.
такая дырка, да, типа листочек, а вода не вытекает. Интересно, как? This will rotten in a matter of minutes, I think. By the way, where is the Spidey? Spidey was somewhat here before. There are different islands and bosses. That seems interesting. But this one is really better because it's like completely different. A new take on survival, because you are like, you are small in the middle of all these predators. I mean, the spider is will kill you in one hit or maximum two hits, depending on what armor do you have. But I think you can have a better armor eventually. So can sharks. In, oh yeah, sharks. Egg. Why is it clean? Mastery. Refilled myself in a jump. Вода есть, можно набрать, было бы по-быстрому. They have a chance to grab you, which will severely injure you and start bleeding. One thing I hate doing is in stranded deep chopping down palm trees. Why? Because it takes time? Why do you hate it? Так, подожди, где тут было два одуванчика? У меня где два одуванчика, что-то на полу еще валялось, надо было собрать. Вон там. Yay, found it. No, they're just beautiful. Okay. Yeah, that's one of the reasons you can hate chopping them. Ходят всякие паучки, блин. Муравишки. Have to chop one down in the tutorial to make a shot, and I'm like, no, no, I don't wanna do it, no. By the way, spiders? Any spider? No spiders? Okay, let's go. I don't mind picking the coconuts off. But coconuts are good source of, like, I think, boss. Oh fuck, I see it. Of boss liquids and some proteins. Must be good for both. Должна быть вода. Что, не просто вода, а вода с этим, с
протеином ты выпиваешь. Вот она. Отлично. Отлично. Look how many. If you eat too many coconuts, you will shit yourself. That's actually in the game. But that's like scientifically correct, right? If you eat too much of them, you will actually get sick. I think this will be happen. Will happen also in real life if you eat too many coconuts in once. You have not a balanced diet. Let's skip this music. That's strange, we're not streaming to Facebook. I mean, the stream to Facebook stopped. It was running and now it's stopped. Rip my connection. I seen it was down for like a couple of seconds. Now I bet we lost all the chat. Yay! We need many more. If we need to finish the roof, we need many more of these planks. Well, if it's night, I can go and kill some mosquitoes, because mosquitoes are actually in near that lamp. But what doesn't make sense is that drinking coconut water will make you shit yourself, which is a fucking liquid. Yeah, but it's something about your stomach going nuts when you drink too much. So it's not processing food anymore correctly, and whatever food is going the wrong direction. Yeah, I still need more plant fiber and dry grass. Many more. Значит, там было с глиной можно было сделать стенд для арматуры, да, можно было сделать. Weapon wall mount. Outfit is fake boy. 5 clay, 5 spring, 3 woven fiber. 5 темно, кстати. Okay. No, spoiled. I need a fridge, guys. Мне нужен холодильник, блин. Пойти убить этих насекомых, да? Летающих непонятных.
water filtration tablets needed. Так, а что за последний включился? Lights still off. Look at it on summertime. I see my house from here. I think it's binocular. There's a disaster there. Come on, light! Turn on! I need these fuckers to come here. Когда включится свет, тут прилетят эти мошки, прилетят, которых надо убить. Yeah! Light is on! I'm casting shadow. Где они? The mosquitoes. Yeah, let me Google what the hell is a gnat. I don't remember. Ah, okay, this is not. Yes. Так, ну куда-то сюда упали, это точно, да? Потому что нафига его не... сто пудов не найду. А, вот один. Нашел! Fuck. Я останусь сверху, блин. Ну вас в баню. Glad to be back. Welcome back. I'm glad your family is okay and everything is okay now. Welcome back. And yeah, have a good night.
Чао! Здрасте! Чё все? Ещё откуда пришли? Та-та! Чао! Must be a spider. Oh yeah. Look at this big boy. Spider big boy. Big Spidey for friends. Так, окей, поняли, кто такой Гнат. А кто такой это москито? Москвита. Москвито. I can't find anything on the internet about mosquito and grounded. Grounded game. Не, я просто запускал, у меня комп. Не знаю, что случилось, но потерял связь с интернетом и сам автоматически сказал до свидания. И как бы перезапустил, ну не перезапустил стрим, просто интернет, мне кажется, у меня просел. На какое-то время и все, и он потом, когда попробовал, переподключился, так сказать, все отлично, но получилось, потерял некоторую связь. Да, у меня тоже на моем втором мониторе тут это то же самое случилось. Просто он раз и типа вырубился реально. Я такой, ничего себе, что случилось. И ничего, вроде бы потом разошелся снова. Ну так, что я смотрю, уже 1:30. Надо идти уже ложиться спать. Вон, сидим на нашей палатке. Блин, опять свет выключен. Хотя бы рубается огонь, блин. Вот так вот, короче. Давайте, уже 1:30. Надо пойти лечь пораньше. Завтра опять кучу дел надо сделать будет. Мне тут пару дырок в стенах просверлить, повесить пару вещей на стенке. Так что надо выспаться, завтра рано встать, заняться делами. Так что, чтобы все было чики-пики. Ребят, давайте, все, всем спасибо, всем спокойной ночи, увидимся завтра. Спокойной ночи или хорошего дня, смотри, где вы находитесь, понятное дело. У меня некоторые приходили на стрим, я такой, у меня час ночи, Атьке, у меня 8 утра. Ты такой, че знай, где люди. Давай, да, напишу обязательно. Okay, guys, so thank you for being with me. I'll be going, this is it for us for today, because it's already pretty late, 1 in the morning, 1 and a half in the morning.
So I'll see you tomorrow, guys. We will continue this game with Indigo. We'll do some multiplayer. We'll show him the story, and then we'll go from there. But for now, guys, thank you for being with me. Have a nice day, have a nice night, whatever time zone you are in. And I'll see you tomorrow. Bye-bye.